Боятся, в принципе, все одного. Что будет после? Не хотим такую Россию, как Украина. Есть такая опасность, чтобы у нас этот национализм или нацизм, как хотите, расцвел. Я думаю, что сейчас очень много заманух для молодежи. И, собственно, опыта разобраться, где к тебе с добром, а где к тебе с расчетом, со своим, очень трудно в юном возрасте.